Здарова, братаны, с вами канал Дивплей, меня зовут Евгений, это Заратайм Дилемма, которую мы продолжаем проходить. В принципе, чё, конец уже не за горами, но еще надо немного почитать текст и посмотреть кинцо. Погнали. Какой-то тут особенный конец. Это, походу, выход на еще одну концовку. Так, что мы тут сейчас увидим? Так. Ну? Стой! Этот раз не считался. Я... У тебя рука соскользнула, так ведь? Да, все так. Ты же не против, мы бросим заново, Зара! Опаньки, переместились. Сработало. Но... Бля! Давай, Джунпэй, какая у тебя была идея? А, верно, сначала. Какого? Карлос, перенеси Аканея, положив... А? Просто сделай это! В камин? Джунпэй, что ты задув... Акане, послушай меня. Карлос и я защитим себя тобой. И тебя с собой. Ты чё? О чем вы, ты вообще говоришь? Пули не должны достать тебя, если ты будешь прятаться за нами. Но если вы это сделаете, тогда вы... Все в порядке. Послушай, Карлос и я защитим тебя и... Умрем. Чё за нахрен? Не волнуйся, все будет нормально. Прежде чем мы умрем, нам нужно будет просто переместиться в другую реальность. Акане, как только ты услышишь все X-пароли, ты должна следовать за нами. X-пароли? В этой реальности пятеро уже мертвы. Твои единственные, кто осталась в живых. Это значит, что будет объявлено 5 X-паролей. Если к ним добавить Карлоса и меня... Уже будет 7. Нет. Черт возьми, Джунпэй, это долбанутый план. Ты собираешься помочь, да? Ай, черт тебя, сука! Пожалуйста, не делайте этого. Мы уже не можем вернуться. Это единственный вариант. Куда мы перемещаемся? В реальность, где мы бросили кубики и все выпали однёрки. Хорошо, сделаем это. Мы должны защитить Акане, несмотря ни на что. Я рассчитываю на тебя, Карлос. Нет. Нет. Ебать, это, сука, гениально. Переместиться, чтобы еще раз сдохнуть. Анонсирование. Текущих потерь. Команда Q. Q, Мира, Эрик. Команда D. Диана, Сигма. Команда C. Карлос, Джунпэй. Эти семеро теперь мертвы. В результате 7 X-паролей будут объявлены. Ай, Килл, Фул, Мун, Фейт, Сейв, Дол. Это все. Пиздец. Ужасный. Джунпэй, ты такой ужасный.
Ладно. Я должна идти. Ебать. Охуеть, жестяка. Блять. Ебать. Ладно. Что у нас теперь? А, теперь у нас тут открылось. Давайте погнали. Ну? А чем ты только думал? Чем ты недовольна? Слушай, нам всем троим удалось совершить перемещение. Это чуть не так. Это ненормально. У нас хотя бы появилось 7 экс-паролей. Это тоже Карлос? Не могу поверить. Ты всегда был таким, Джунпэй. Когда мы были в 6 классе, ты один пошел к тем школьникам, что убили кроликов. Эту проблему можно было вполне уладить другими способами, но ты бросился, сломя голову. И даже это перемещение. Хорошо, что все сработало, но что если бы я осталась там одна? Осталась там. Ну, я надеялся, что у тебя получится выбраться оттуда. Как-нибудь. Как можно на такое надеяться? Остаться единственной выжившей вовсе не радует меня. Какой смысл жить одной, когда ты потерял человека, о котором ты больше всего волновался? Аконе. Аконе. Прости меня. Я совсем не хотел причинить тебе такую боль. Это... что это? Помнишь, как в начальных классах ты мечтала носить кольцо? На левой руке. И... Что такое? Ну это правая рука, блядь! Джунпэй! Джунпэй! А можно минутку логичной несостыковки? Вот они перемещаются из реальности в реальность, заменяя собой альтернативных себя. То есть логично предположить, что те альтернативные они также могут перемещаться между другими реальностями и заменять альтернативных себя. Так каким образом те альтернативные они не перемещались в этих... их... них? Почему нет? Или все как-то так магическим образом складывалось прям тютелька в тютельку, что они не пересекались между собой? От этого я что-то как-то не понял. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Но... Ты ведь знаешь, что это правая рука. Стой, чё? А, ну да. С моей стороны она оказалась левой, поэтому... Долбоёб. В этом есть ты, Джунпэй. Ну ладно, мы наденем его на нужный палец позже. После того, как мы выберемся отсюда, я сделаю это официально. Я понимаю. Тогда, пока что. Я оставлю здесь свободное место.
Теперь она забронирована. Ну ладно. Акана, ты запомнила наши с Джунпаем пароли? Да. Обычно после перемещения воспоминания с предыдущей временной линии стираются. Но я справлюсь с этим. Все здесь, в голове. Постой, я и Карлос тоже помним, что происходило до этого. Думаю, что память усиливается вследствие большого резонанса. У тех, кто может перемещаться, она здесь трое. Поэтому... Но интересно, почему? Почему тех, кто умеет перемещаться, собрали в этом месте? Вовсе не кажется, что это совпадение. Верно. Несмотря на то, что количество людей со способностью перемещаться увеличивается, вероятность того... Стой! Количество растет? Человечество на грани небывалого кризиса. В скором времени 6 миллиардов людей погибнет. Я предполагаю, что люди предчувствуют это, и поэтому они приспосабливаются. Хотя на самом деле количество таких людей невелико. Не может быть, чтобы их было десятки тысяч. Значит, все не случайно. Но мы все записывались на эксперимент с Диком добровольно. Но... Может, это нам так казалось, а на самом деле... Мы поступили так, как Зеро и хотел. Весьма вероятно. Черт. О чем этот ублюдок думает? Может, он хотел, чтобы мы совершили перемещение? Зачем ему это? Да хуй его знает. В любом случае, все закончится, как только мы выберемся. Ты права. Нам все равно, что там задумал Зеро. Нам нужны 6 X-паролей. 5 мы уже знаем, так что... Еще один. Акане, скажи один из тех X-паролей. Сейв. Бля! А, они уже все вбиты. Ой, эй, какого? Экспас? Что, X-пароль неправильный? Это не может быть! Давайте попробуем другой тоже. Акане. Дол. Так. Че за нахуй? Черт. Нет. Ну почему? X-пароли устанавливаются согласно соответствующей реальности. X-пароли из других временных линий не принимаются. А-за-за? Чё-чё-чё? Нет. Буга-га-га-га. Джунпэй. Это же смешно. Просто супер. Зачем мы вообще проходили только что через все это? Эти пулеметы сделали из меня швейцарский сэр. А теперь мне говорят, что все это было напрасно. То есть все, что мы сделали, это просто так умерли? Значит, нужна еще одна смерть. Что? Еще одна смерть, и Акана с Карлосом смогут. Джунпэй, ты?
Подожди, Жанпэй! Эй! Здравствуйте. Хуяк пизды. Джунпэй! Да. Наказание. Наказание. Вы обвиняетесь в нарушении правил. Это означает, что вы обязаны понести наказание. Наказание? Уничтожить. Уничтожить? Ой, я у него сел. Агана! Ебать! Черт, он такой сильный! Еще несколько таких ударов. Ударов и. Это. Это была команда Кью? Но откуда? Откуда я видел команду Кью? Сейчас это не важно, мне нужно что-то предпринять, если я умру сейчас. Джунпэй. И Акана. Думай, думай! Должен быть выход. Какой-нибудь способ выжить в этой ситуации. Он должен быть. По-моему, то, что ты сейчас пережил, это было перемещение, Карлос. Точно, перемещение. Я могу совершить перемещение. Но я ни в коем случае не оставлю Джунпэя и Акана. В другой реальности я решу, что нужно сделать и вернуться, и вернусь обратно. Но куда мне переместиться? В какую реальность я должен попасть? Черт, нет времени думать! Тогда... Не, ну когда он переместился, мы знаем. Ну это, бля, пиздец. Так, сохранимся. Так, давайте зарить, что у нас тут еще. Блять, сюда еще есть. Ты смотри. О, блин, мы сегодня погнали. По команде С. Ну, наверное, это на сегодня будет последний фрагмент. Наверное. Не уверен. Джунпэй! Извини меня. Я не смогла отомстить за тебя. Акана. Я только что убил. Ох ты убийца! Вот сюда он и переместился. Хе-хе. Нет. Почему? Акана. И ебануться. Это реальность, где Акана убили? Я убил ее. Нет, я не убивал ее. Тот, кто сделал это, был мной из другой реальности. Так больше не может продолжаться. Мне нужно хоть что-то сделать.
Анестетик более-менее подействовал. Боль притупляется. Не знаю, как долго он продлится. Неважно. Кто же тот ребенок? Да, кстати, а чё он с ума сошел? Нужно выяснить, кто он такой. Точно, осталось еще одно дело. То видение, которое у меня было. Мне нужно сказать команде Кью. Я рассчитываю на тебя, Габ. Теперь осталось выяснить, кем является тот ребенок. Он может быть тем, кто убил Джунпая в этой реальности. Но то, что ребенок робот, мы уже знаем. Но вот кого там были завалили в... Когда мы выяснили имя, бля, вот это хуй его знает. Так, чё тут конец был совсем милипиздрический? Так, что у нас тут еще есть? Так, тут все открыто. Тут, слава богу, тоже. Тут тоже. И тут все. Тут тоже все. Тут тоже все. Еще одно все. Тут тоже. И тут. И тут. И тут. И тут. Так, короче, команду Си мы уже прошли вдоль и поперек. Блять! А как тут еще два фрагмента закрытых оказались? Видимо, мы тут еще что-то не это самое не увидели. Давайте искать, что ж тут не так. О! Я же говорил. Давайте смотреть, что тут. Угу. Это после выбора. Так. Хорошо, значит, в этом фрагменте что-то есть. Нихуя. Нихуя. И тут, и там. Ясненько. Ну, а давайте тогда тут. Тут какое-то голосование. Берите. Так. Блять, против кого? Против команды Си? Время выбирать. Бля, я не помню, против кого нам надо было бы голосовать. Давайте команду Си. Выбор сделан. Сейчас появится пропуск, не? Да, появился, значит, я не туда проголосовал. Значит, команду Ди надо. Так, мы это все видели, давай быстрее мотай. Так, такушки-какушки. Значит, команда Ди. Вперед, 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 вперед.
Так-с. Время выбирать. Команда Гир. Выбор сделан. Ваш голос был принят. Ого, это уже становится интересно. Что-то... Если Карлос проголосовал так, как сказано в записке, может, он на это и рассчитывал? Хотел убить троих из команды Ди. Нет. Ты сказала это ранее, да, Нира? Это записка, которую принес Габ. Может быть, ловушкой команды Си. Правильно. Но это не значит, что твой выбор может быть оправдан. Ебать, у нее титки. Даже если это ловушка, этого недостаточно для того, чтобы не верить в записки. Поэтому в любом случае, если, конечно, Диана решит не голосовать против нас, мы можем выйти из игры. Мира! Мы просто не можем оправдать наше решение, сказав, это была самозащита. А, просто можем оправдать, может. 90 минут прошли. Ваше время истекло. Доброй ночи. Следующая игра начнется тогда, когда вы проснетесь. К несчастью, команда, получившая два голоса, не сможет участвовать. И еще кое-что. Вы последовали моему приказанию и проголосовали. Вы заслуживаете награду за повиновение. Наркотик, стирающий память, вам введен не будет. Когда вы проснетесь, те, кто выжил, могут пожалеть о принятом решении. Поскольку члены всей команды, против которой проголосовали, исчезнут. Приятных снов. Исчезнут. Баюшки! Чё, там еще будет продолжение? Бля, будет! А, ну это мы уже видели все, получается. Все, еще одно зачистили. Ох, немного еще нам остается, немного. Но попроходить еще есть что. А проходить уже будем в следующий раз. Ну а на сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.